Толк, открываешь, мне еще руки заняты. Ты что принес? Че, помпы я решил купить? Зачем? Чтоб монтировать нормально. Че? Ты хочешь сказать, ты взял комп и будешь на нем монтировать? Ну да. Ты на нем в игрушки будешь играть? Я че, пиздюк? Я 100% говорю, ты будешь играть. Я не интересный игр вообще, я для работы, у меня потому что много лагал, и чисто теперь буду монтировать нормально, на нормальном компе. Че это, слушай, покажи проект, который сделал, чтобы посмотреть. Да я не могу пока проверяю, как компьютер работает, то есть работоспособность вообще, производительность его. В смысле проверяешь, ты в контру играешь? Я не играю, мне неинтересно. Я же сказал, это игры это для детей. Мне никак вообще не заходит, я просто проверяю. То есть никакого удовольствия вообще не доставляет. Ну вот, у тебя нормально идет, давай выключай, покажи проект. Они смотрят в башку ему! А, ну нет, мне интересно, на самом деле, никаких эмоций не испытывают. Вот. Сука. Двоих я, минус два сделал. Стыли просто, смотри, как крыса, да? Что ты говорил? Я говорю, проект, покажи все, затестили производительность. А нет, нельзя ленуться, а то мне бан дадут. Ты опять играешь? Нет. Нет? Че? Я слышу выстрел. Че за... Какого... Юран, нервный такой. Ты играл, я слышал выстрелы. Иди, иди быстрее. Сука! Ты играл! Сука! Ты спалился. Че ты пришел вообще? Здорово, слушай. Ты че такой грустный? Да что случилось-то? Рассказывай. Ничего. Да я вижу по твоему лицу, что ты что-то это как не очень доволен чем-то. Забей. Да ладно, ты мне можешь все рассказать. Ну сейчас все же проблемы. Ну мы же друзья, ты должен мне рассказать. Может тебе легче станет. Да блядь, да чего она, сука? Такая тима тупая, блядь. И главное, против нас два читака, и их команда вообще не выкидывают. Они ебошат в бошке, просто хеды ставят. Я вообще мышку сейчас разбил, пока играл. Чего? Идем, покажу. Чего ты мне покажешь? Я думал, у тебя серьезно какие-то проблемы. Вот все, что от него осталось. Вон тебе уже надо твои игры удалять. Какие? Я не играю. Это, блядь, это мне друг просто рассказывал. Я сам не играю. Всем привет, ребят! Сейчас я вам расскажу про один торговый момент, который реально очень сильно пощекотал мои нервы. Но все же я рискнул и провел две сделки по 50 тысяч рублей. Я, конечно, никому не советую проводить сделки на такие крупные суммы, но я для себя решил, что я хочу рискнуть, чтобы испытать это чувство азарта. Вообще не был ни в чем уверен, так как это вообще мои первые две сделки на платформе AlinTrade. Но я решил рискнуть и не прогадал. Сделки очень круто зашли, поэтому могу вам посоветовать. Ссылку я оставлю в описании, можете перейти и попробовать тоже. Так, все. Слушай, Макс, мне надо на почту сходить, а потом в магазин еще зайти. Ты следи за водой, как она, короче, закипит, выключи ее, окей? Ау. Воду выключи, говорю, как закипит. Да, конечно. А, ну ладно. Да блин, а где вода-то? Там почти вся вода выкипела. Ты что, не выключил, что ли? Че? Я говорю, ты что, воду не выключил? Я же тебя просил выключить. Какую воду? Там почти вся вода выкипела. Какая? Зачем? Я же тебя просил, когда по делам уходил, выключить воду. Ты видишь, мне некогда. В смысле некогда? Ты в игры играешь опять. А ты что делаешь? Вечно сваришь куда-то своей херней хоть страдаешь? Я на почту ходил в магазин. Ну вот видишь, аж говорю, ты херней страдаешь. Вон, смотри, как у него башка разлетелась. Ты что лежишь-то? А что такое? По время уже видос пора заливать. А сколько часов? 4 часа. Да, пора. Да, давай, вставай, иди заливай. Еще 4 часа. Да все, уже пора заливать, через 10 минут будет 4 часа. А, все, сейчас. Давай, сейчас быстрее. Угу. Опять эти звуки. Че, он опять что ли играть сел? Блин. Видос пора заливать. Слышь? Ты видос должен заливать был. Ты купил комп для монтажа или для игр? А то отвали от меня. Я удаляю свой канал, все. Сука, умер за тебя. Ты всегда, когда приходишь, я умираю. Так, извини. Сейчас пишу. Куда? Мы сейчас всем кланом на осаду идем. Какую осаду? Бля, в линейке. Ты уверен, что у тебя получится сделать? Демоник. Я выкинул. Дебил? Ну я его продал, хорошо, деньги вон там лежат. Ты ни один видос не смонтировал мне за неделю. Мне надо монтировать, мне надо. Ты ни один ролик не смонтировал за неделю. Какой монтаж? Сука. Александр, давайте. Чё, с кем он там говорит, как он без компа, что ли, играет? У него крыша, что ли, поехала там? Всех.
У меня, походу, галлюцинация уже. Ладно, мочите! Чего? Ты что, сюда телек притащил? Да. Сука, быстрее! Стой, стой, стой! Погоди, сейчас я добью. Мы уже почти все. Как ты его один сюда притащил? Он огромный. Он больше тебя. Нормально все. Захочешь играть, все сможешь. Ты что, серьезно? Все. Он того стоил. Мы сейчас вообще вылезли. Просто вот так вот всех нагнули.